Мария 9958. Осуждаю наркотики. Ну еще бы ты не осуждал наркотики, блядь. Ты же их не пробовал. Мария 9958. А ты пробовал рожиться со слезами от радости? Я? Не, не пробовал. Ну я и не осуждаю. О! Вот такая же, смотри. Ля, Дэн, я ее разогнал, я ее починил, бля. Бля, чересчур. Скорпион J.140. Где такую машину можно купить? Я тоже себе такую хочу. Это, бля, раритет, ты чё? Я живу. Я эту жизнь видал не в страшном сне, а наяву. Это, бля, раритет. Такую тачку ты хрен где возьмешь. Это, бля, самая дорогая тачка в игре, бля. Бля, она еще как едет, смотри. На ней, бля, это еще это. На ней еще можно подпрыгивать, как на рампе, смотри. Видишь, она теперь работает как рампа, блядь. Фу, ты чё? Вот это точилось. Тихо, дверь отпала. Блин, Дэн, сейчас я боюсь, что ты выпадешь. Пристегнись. Я его люблю. Он беспонтовый, но ночами я спокойно сплю. Его навряд ли кто угонит, вряд ли кто взорвет. Бля, бачок потих. Поскольку нет ее, мой белый запор вызывает зависть. Ты видишь, что с движком? Мой белый запор всех на свете запоров. Бля, что с движком? Слышь, подожди, от первого лица надо посмотреть. Но на любой помойке к ней найду запчасти я. От первого лица же вообще, короче. Сзади, смотри, багажник покрутил. Мой белый запор, вы не кто-то, главный персонаж. И в битве с Мерседесом вечно побеждает наш. Вот это тачка, вот это я понимаю, маску кар. Неубиваемый. Не то, что те сразу загорелись, блин. А ну, с пробуксовкой будет? Оба, смотри! Она дрифтит еще, смотри. Так, все, выезжаем, короче, на автобан. Белый забор, белый забор. Ты видишь, глянь, да тут вообще. Забор, белый забор. Разойдитесь, ребят. Иди, блядь. Вообще неубиваемо. Моя мечта была не розовой, не голубой. Она была бела, как лебедь, унитаз и соль. Но если вдруг меня попросит кто-то прокатить, могу я в челюсть дать им позвоночник перебить. Ты попутал, что ли? Что, на меня заехать решил? Наехать на меня решил, Лё? Для тупорылых объясняю снова, пацаны. Колеса как, смотри, крутятся. Лё, колеса. Я грешным делом часто путаю его с женой. Смотри, для колеса. Черный бумерат. Они не смыслят ни хрена в советских запорах. Слышь, Дэн, что-то с развалом с рождения. Слышь, давай на СТО заедем, развал с рождения сделаем. А движок, движок походу вообще, короче. Бля, красная смотрит такие глаза, выудила, думает, неужели это я была такая же. Это ж такая же модель, да?
все, поперли дальше, короче. У нас еще полно сил и энергии. Ты супер секси. Таких не видел. Ты забрала заказ, протянула мне. Короче, надо клипушник снимать, пока она, сука, не взорвалась. Сломался терминал. Вы принимаете карты? Нет. Анал? Вы принимаете карты? Нет. Анал? Ты видишь, она не реагирует на повороты. Нет. Анал? Вы принимаете карты? Сломался терминал. Сломался терминал. Сломался терминал. Скорпион, сломался терминал. Да не говори, лянь она. Она просто несется, просто лянь. Она все на своем пути. Она все на своем пути превозмогает. Тихо. Тихо. Ля, она стала поворачивать даже, прикинь. Так, бордюры стали для нее, короче, непреодолимая вещь. Оба. Зато теперь она, смотри, как трамплин. Как трамплин использовать можно ее. Слышь, мне кажется, мы ее зафиксили, что она, короче, не поломается вообще никогда. Слышь, ты не включал чит, Дэн, что она не ломается? Слышь, мне кажется, походу ты чит включил, что она, блядь, не ломается. Не загорается. Я уже думал, ей вообще пипец. А она что-то едет и... О, все, загорелось, походу. Ну, я думаю, мы не будем выходить, да, Дэн? Мы вместе с ней погибнем. Ты согласен? Мы с ней столько много всего пережили, что мы должны погибнуть вместе с ней. Все, Дэн. Денис 0027.